триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосу. Уночі, у ніч на 10 жовтня, на півдні Ізраїлю було чутно потужні вибухи з боку сектора Гази. Про таке повідомляло видання CNN. Команда CNN, яка працює в Ізраїлі, почула вибухи в секторі Гази та сильний гуркіт. Це вказувало, власне, на подальші удари. За словами кореспондентів в Здероті та Ашкелоні, також чутно було, як над кордоном летіли винищувачі. В небі були великі спалахи, було чутно звук сильних ударів, які доносилися з Гази. Також, як зазначали у CNN, їхні кореспонденти чули роботу безпілотників і вертольотів, і вертоліт, який летів поблизу кордону з Газою. Нагадаю, що у понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази. Військові при цьому блокують навіть доступ до продовольства. Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хакарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні із сектором. Водночас у Хамас заявляли, що терористичне угруповання отримує понад 100 ізраїльських заручників. Також із того, що відомо зі ЗМІ, ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків Хамас після встановлення контролю над кордоном. Як пише видання Associated Press, ізраїльські військові заявили, що близько 1500 тіл бойовиків Хамасу були знайдені на ізраїльській території після того, як, за їхніми словами, вони в основному встановили контроль на півдні країни і відновили повний контроль над кордоном на четвертий день боїв після безпрецедентної несподіваної атаки. Речник армії оборони Ізраїлю Річард Херт заявив, що минулої ночі жоден терорист Хамас не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча проникнення все ще можливі. Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих у Газі і на західному березі річки Йордан. Також були повідомлення із Білого Дому. У Білому Домі підкреслили, що Сполучені Штати не мають наміру вводити війська в Ізраїль, який зазнав нападу з боку терористів Хамас. Як пише «Європейська правда», про це заявив координатор Ради національної безпеки і стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, президент США Джо Байден завжди гарантуватиме, що Вашингтон буде захищати і відстоювати свої інтереси національної безпеки, де б ці інтереси не знаходилися, у тому числі, зокрема, і в цій частині світу. Кірбі додав, що перший транш додаткової безпекової допомоги Ізраїлю з боку США у відповідь на напади Хамас вже в дорозі станом на вечір понеділка. В Білому домі очікують, що з боку Ізраїлю будуть додаткові запити на системи безпеки, оскільки вони продовжують витрачати боєприпаси в цій боротьбі. І в Білому домі заявили, що будуть підтримувати Ізраїль. Надати додаткову підтримку Ізраїлю президент США Джо Байден розпорядився у неділю. Пентагон оголосив також про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до Східного Середземномор'я після нападу Хамас на Ізраїль. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Цві Зільбер, ізраїльський журналіст, головний редактор «Лучше радіо». Пане Цві, вітаємо вас. Вітаю, шалом і слава Україні! Героям слава! Пане Цві, що сталося за ніч, яка ситуація зараз?
Ночь в центре страны прошла спокойно и не было ракетных обстрелов, но надо сказать, что вся военная подготовка, вся военная операция пока находится в какой-то такой велотекущей стадии. И, может быть, в этой ситуации действительно Израиль не должен спешить, потому что есть очень серьезный вопрос с заложниками, с судьбой заложников. Хамас уже заявил, что не собирается вести никаких переговоров под огнем, и это, в принципе, большой очень сдерживающий фактор для Израиля. С другой стороны, вчера были вылазки из Ливана. Это палестинские группировки, которые формально не имеют отношения к Хизбалле, но тем не менее, понятно, что ни один патрон из Ливана не прилетит без разрешения Хизбаллы, ни одна петарда не будет запущена без разрешения Хизбаллы. Тем не менее, Израиль ответил огнем, и в результате, как сообщали вчера, было убито 12 боевиков Хизбаллы, 12 хизбаллонов, как их у нас называют, и это, в общем-то, Хизбалла могла бы расценить как казус белли. Насколько нам известно, вчера американцы передали абсолютно внятную угрозу и Хизбалле, и России, и Ирану, что в случае, если Хизбалла начнет войну против Израиля, то будет уничтожен режим Асада. И для того, чтобы эта угроза была реальной, к нашим берегам подходит корпус американского 6-го флота и авианосец Джеральд Форд, на борту которого 90 или 100 самолетов и плюс огромный ракетный потенциал. Так что это действительно реальная угроза. Причем в этой ситуации мы видим, что американцы даже не боятся прямого столкновения в Сирии с Россией или с Ираном. И, по всей видимости, у американцев есть что им предъявить за всю вот эту ситуацию, которая, ну, она не могла произойти без прямого иранского участия и спонсорства. Понятно, что Хамас не смог бы провести эту операцию самостоятельно. Наверняка там работали инструкторы Хизбаллы, наверняка, не Хизбаллы, простите, а Ирана. Наверняка они помогали им придумать всякие такие вот неординарные ходы, чтобы застать Израиль врасплох. И, собственно говоря, то, что произошло, это... Наш президент вчера сказал, что со времен Холокоста не было такого количества евреев, убитых за один день. Счет уже перевалил за 900, и уже израильские представители вчера озвучивали цифру в 1000 или даже в 1100, и это за один день. Это совершенно невероятные потери для Израиля, и Израиль не забудет это Газе, не знаю, 100 лет, наверное. То, что они здесь совершили, я думаю, что украинцы понимают нас очень хорошо, когда они видят все эти бучи и чувствуют абсолютно справедливый гнев. Вот примерно то же самое сейчас происходит у нас, потому что Хамас, проникший на территорию Израиля, устроил нам много таких вот маленьких буч вдоль границы, и мы еще до сих пор не закончили подсчет потерь. И если вчера нам говорили счет заложников примерно 100, то сегодня говорят примерно 150. То есть мы даже не понимаем, сколько там у них заложников. Вот. Но вроде бы Хизбалла вчера сказала, что не будет первой вступать в эту войну, если Израиль не будет атаковать территорию Ливана. Так что все-таки будем надеяться, что эта угроза, в общем-то, стала более отдаленной благодаря американцам. Вот. Ну а что касается нашей ситуации, Израиль продолжал вчера мобилизацию резервистов, хочет довести число резервистов до 360 тысяч, и будем надеяться, что хотя бы это наши чиновники смогут нормально завершить, потому что уже есть миллион публикаций о том, что нет самого необходимого, пустые склады. Но опять же, я думаю, что украинцам такие истории тоже знакомы, до боли знакомы. Приезжают резервисты в армию, на свою базу, открывают склады, и нет ничего. Ни оружия, ни боеприпасов, ни бронежилетов, ни касок. Лежат какие-то старые дырявые бронежилеты, покрытые плесенью. И главное, что ни у кого нет никаких ответов.
Ну, я думаю, что да, через какое-то время все найдут, все завезут. Я не знаю, где в Израиле можно купить бронежилеты. И, как говорят волонтеры, которые в свое время покупали бронежилеты и каски для Украины, для ВСУ, это было неимоверно трудно сделать, потому что, ну, в Израиле есть заводы, которые это производят, но купить там непосредственно на заводе это все военное производство было просто невозможно. Довольно трудно достать в Израиле каски и бронежилеты. Тем не менее, люди пытаются доставать это самостоятельно. Но тут требуется системное решение. Конечно же, Израиль не может бросать войска в бой без самого необходимого. Это просто будет бойня, это утопия. И такого не может быть, потому что не может быть никогда. Поэтому пока Израиль ведет только бой с воздуха, только авиацией, и продолжает крушить что-то там, я даже не знаю точно что. Вот говорят, что центральный штаб полиции был разрушен, еще какие-то были атаки по домам главарей Хамаса. Я не знаю, что там разрушается, но многие палестинцы покинули свои дома, и Израиль даже призвал их уходить в Египет, эвакуироваться в Египет. Для Египта это тоже, в общем-то, сейчас большой кошмар. Если сейчас туда хлынет толпа из тысяч беженцев или десятков тысяч беженцев, то Египет просто не знает, что с ними со всеми делать, где их размещать, на Синайском полуострове, в палатках, в пустыне. Это тоже не совсем понятно, потому что, ну, Газа — это очень густонаселенный район. Лагерь беженцев ООН уже тоже практически переполнен, около 140 тысяч человек, которые убежали из своих домов, потому что боятся бомбардировок. Ну вот, можно сказать, что в субботу они устроили такой кошмар, и в воскресенье уже практически начало приходить похмелье, они начали понимать, что за все надо потом расплачиваться, за вот эту свою эйфорию и радость, когда они ходили по улицам и раздавали друг другу конфеты, радуясь, что вот их герои убивали еврейских детей, стариков, женщин, уводили в плен. Но похмелье уже наступило, и я думаю, что в Газе будет тяжелая ситуация. Газу уже отключили от воды. Сегодня ее окончательно отключат от электроэнергии. Я не думаю, что на долгое время, потому что, ну, гуманитарные соображения, да, но я не могу представить себе, что под боком у Израиля люди будут там умирать от голода или от жажды. Ну, там уже международные организации дуже встревожилися. Human Rights Watch, ООН. Від Human Rights Watch, звісно, різні були заяви і звинувачення. Марія Захарова їх любить цитувати, незважаючи на те, що в Росії вони визнані іноагентом. Але як в Ізраїлі ось на ці докори реагують? Ну, в Ізраїлі давно вже виробляно отношення ко всім цим організаціям. Якщо ви пам'ятаєте, Amnesty International в своє время взяло на роботу просто человека из ИГИЛа, по-моему, или из Аль-Кайды, по-моему. Просто такой настоящий исламский террорист, который был в Гуантанамо, его захватывали американцы, он был в Гуантанамо, ничего не смогли доказать, в конце концов его выпустили, и вот он от Amnesty International разъезжал, читал лекции по всему миру и представлял несчастных исламистов и террористов, представлял их жертвами, и во всем виноваты США, и так далее, и так далее. И когда одна из сотрудниц Amnesty International, британская еврейка, я уже не помню эти все имена, возмутилась по этому поводу и сказала, что типа вот вы откровенного террориста представляете как нашего представителя, правозащитника, хотя это откровенный террорист, то уволили ее, а его оставили. Потом начался большой скандал, который она уже подняла в СМИ, и тогда убрали его. Но Amnesty International – это абсолютно левацкая организация. Это организация, которая, когда Украина истекала кровью, написала дебильный совершенно отчет, что по некоторым свидетельствам, которые они нашли, да, украинская армия вела обстрел гражданских объектов. Вот, то есть, ну, обычная такая риторика организации, которая защищает террористов и прикрывается при этом какими-то принципами. Поэтому мы в Израиле, ну, просто чтобы посмеяться в очередной раз лицемерию всех этих международных организаций, которые
которым очень всегда чешется израильская тема. Я уверен, что в Израиле достаточно своих средств самоконтроля, своих собственных вот этих стоп-кранов для того, чтобы не допустить гибели невинных людей. И знаете что, в Израиле есть очень-очень высокие стандарты. Конечно, сейчас Израиль переполнен гневом, и могут быть какие-то перегибы. Я очень надеюсь, что мы вовремя опомнимся, и не будет происходить варварство, да, потому что нас сейчас воспринимают как... наш один из наших министров, министр Рон Дермер стратегического планирования, есть у нас такое министерство очень странное, заявил в интервью Fox News, что это борьба человечности против варварства. И очень хорошо, если западное сообщество будет воспринимать это именно так, что это борьба не одних варваров с другими, а это борьба все-таки гуманности против варварства. И Израилю не стоит переходить эти линии, потому что если сейчас во всех западных СМИ пойдут картинки несчастных палестинцев, которые гибнут под бомбами, плачущих детей голодных, то это может очень сильно изменить ситуацию. Если сегодня за Израилем стоит весь мир... И даже американский флот прибыл к нашему побережью, чтобы нас защитить, что, кстати, происходит в первый раз. Да, никогда еще американцы не осуществляли такой вот непосредственной угрозы вмешательства на стороне Израиля, то мы можем очень быстро это потерять, если не включим вот это средство самоконтроля, потому что гибель мирного населения – это пятно, которое... Израиль не сможет смыть потом на протяжении очень долгих лет. Не надо уподобляться варварам, когда воюешь с варварами. Очень опасно, что ты тоже можешь этим заразиться. Я понимаю, что людей переполняет гнев, возмущение, страх, чувство несправедливости. Да, особенно после того, как, вы знаете, официальный представитель Хамаса сказал, что Хамас не воюет с мирными жителями. Да, вот я просто увидел, сказал, вот Коношенков, вышел хамасовский Коношенков и сообщил, что Хамас стреляет высокоточными ракетами собственного производства, да, по военным целям. Да. Как будто никто не видел эти ролики, которые сами же хамасовцы массово распространяли в субботу в социальных сетях. Вот, поэтому... Да, я не знаю, я не очень понимаю, как эти меры работают. Может быть, вот эта вся блокада – это психологическое давление на Хамас, но я думаю, что это тоже абсолютно бесполезно. Хамас абсолютно не волнует, какие бедствия будет нести там местное население, мирное население. Это совершенно для них расходный материал. Возможно, это какой-то такой рычаг давления для переговоров об освобождении заложников и... Да, Хамас уже заявил, что если не снимете блокаду и не прекратите обстрелы, то мы будем расстреливать заложников. Но они тоже не будут расстреливать заложников, потому что это для них огромный стратегический актив, очень ценный. Это единственное, что их прикрывает сейчас от полного уничтожения, я имею в виду главарей Хамаса. Это вот эти заложники. Но да, будет идти какая-то такая очень тонкая торговля. И я бы обратил внимание на Эрдогана. Он хоть вчера и выступил с осуждением Израиля, но он вчера говорил по телефону с президентом Герцогом. Он говорил вчера по телефону с председателем палестинской автономии Абу Мазеном. Поэтому что-то там происходит. И Эрдоган — это реальный посредник, реальный человек, который может надавить на Хамас. И я, например, лично я связываю надежды именно с ним. Ми бачили напередодні, як речник ізраїльської армії спілкувався із пропагандистами РТ, арабської версії Russia Today, і він відмовився коментувати використання Хамасом, буцімто використання західної зброї, яка була буцімто поставлена Україні. Російський фейк, власне. Він прямо так от просто і сказав, що це відверта брехня. Як зараз в Ізраїлі реагують на російську пропаганду, яка доволі так активно взялася за війну? Ви знаєте, російська пропаганда, вона діє самими різними путями. Я не знаю, хто в Ізраїлі смотрить Russia Today. Я навіть не впевнений, що вона у нас є в списку каналів кабельного телевізору.
ну, я, по крайней мере, никогда не видел. Но то, что происходит на русском языке, это я могу вам описать. Во-первых, они на своих пропагандистских каналах вчера начали продвигать идею о том, что начало конца Израиля, что Израиль будет демонтирован, расформирован, Израиля больше не будет существовать, и что все арабы, весь арабский мир объединился против Израиля, и что-то в этом роде. Мне просто начали звонить мои знакомые и говорить, что происходит, что такое. Я отвечаю: не смотрите российскую пропаганду, это все абсолютно не соответствует действительности, и Израиль — это самая сильная армия на Ближнем Востоке с крепкими союзниками, и поэтому я думаю, что самой России угрожает гораздо большая опасность распада и исчезновения и кровопролитной гражданской войны, чем Израиль, несмотря на то, что сегодня в Израиле очень непростой момент. Я могу рассказать вам, что с первого дня, вот в 6:30 утра в субботу начались обстрелы, в 9 мы уже были в эфире, и мы ведем эфиры там у нас на нашем YouTube-канале, на нашей страничке в Фейсбуке «Лучшего радио». Мы ведем эфиры по 7-8 часов каждый день, и постоянно набегают какие-то кремлеботы с российскими флагами, которые пишут всякие проклятия: смерть Израилю, Аллах Акбар, и да здравствует Палестина, и все такое, все в этом роде. Вот. Я вижу просто ликование по поводу убийства израильтян в Z-каналах, у всех этих так называемых Z-военкоров, там Захар Прилепин, Мардан, там и все это прочее. Просто дикое какое-то злорадство по поводу того, что убивают евреев, да. Вот. Кто там у них еще, этот вот депутат Государственной Думы сказал, как его... Гурулев, мабуть. Гурулев, да, сказал, что, естественно, союзник России — это Хамас, а Израиль — это союзник США, поэтому, значит, Россия должна быть с Ираном и Хамасом. Ну, так она и так с Ираном и Хамасом. Тут ни у кого никаких вопросов не возникает. Российская пропаганда пытается активничать на иврите, но сегодня это практически незаметно, и кроме того, эти идеи настолько в израильском обществе непопулярны, они настолько трешово выглядят, что, ну, я не знаю, я практически не замечаю никакой активности на иврите, которая в последнее время довольно-таки активизировалась по поводу Украины. А что касается Израиля, то вот сегодня один из самых влиятельных израильских журналистов, Амит Сегаль, написал такую свою статью, в которой говорит, что пришло время признать, что наш союзник — это Украина, хватит сидеть на заборе. Есть сегодня две оси. Одна — это ось зла в лице России, Ирана и террористических организаций, и Сирии, и так далее. А вторая ось — это Запад, Соединенные Штаты, Европа, которые поддерживают Украину, и мы должны быть именно в этом лагере, должны изменить свою парадигму и свою вот эту вот еще косность мышления. Но я думаю, что война все расставляет по своим местам и делает предельно ясным, поэтому... Я лично ожидаю, что сразу после войны произойдут, может быть, даже до окончания войны еще, произойдут серьезные изменения в отношении Израиля к войне в Украине. Я очень надеюсь на это. Пане Цвіт, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Сподіваємося, все зло буде покаране. Цвіт Зільбер був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Ізраїльський журналіст, головний редактор «Лучше радіо», обговорили ситуацію в Ізраїлі. Нині ізраїльські військові порадили палестинцям, що живуть у секторі Гази, виїжджати до Єгипту на тлі триваючої війни з угрупуванням Хамас. Про таке повідомляє видання The Times of Israel. З такою пропозицією, зокрема, виступив ізраїльський підполковник Річард Хехт. Контрольно-пропускний пункт Рафах все ще відкритий, сказав він. Всім, хто може виїхати, я порадив виїхати, сказав він у розмові з іноземними журналістами, пише «Українська правда». В секторі Гази, нагадаємо, проживає близько 2 мільйонів палестинців. Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у секторі Гази. Друзі, зараз ми робимо невеличку інформаційну паузу, після цього поговоримо про те, як це все
буде відбуватися на політиці міжнародних гравців і що буде далі у світі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.